Будь. Так, то есть вот теперь у нас точно половина тех, кто остановится, закажут что-то одно. Либо это. Понятно, что могут заказать и то, и другое, потому что, ну, кому-то, если по двое остановится, кому-то нравится рыба, кому-то мясо и так далее, и так далее. Вот, но в принципе по килограмму, да? Смотрите, по килограмму чего-нибудь. Подожди, по килограмму? Нет, не по килограмму. Так, скажите мне, пожалуйста, вот смотрите, если мы представляем себе, что у нас каждая палатка что-то заказала, то сколько они закажут чего? У нас каждая палатка что-то заказала. По килограмму ли? У меня такое ощущение, что по 250 грамм. Каждые сутки у нас заказывается 250 грамм. Мясо 250 грамм рыбы. Ну, мало с точки зрения выхода готового блюда. Каждый. Либо, если у нас заказывает каждый второй, то они заказывают по полкило. Если у нас заказывает каждый четвертый, они заказывают по килограмму. Да? Вот, это мы еще как бы не берем тот факт. Мы не берем тот факт, кто у нас там заказывает, мужчины или женщины. Двое в палатке заказывают или кто-то один из них. Нам пока это, ну, здесь непонятно. Но вы должны понять, что прежде чем поставить вот сюда цифры, мы с вами не только должны потребительские предпочтения прикинуть, мы должны модель поведения их, да, спрогнозировать. Потому что пока мы с вами просто пальцем в небо тыкаем. Закажут, не закажут, да? Понятно, что жизнь покажет, да? Ладно. Так, теперь, значит, у нас с вами килограмм готового гриль мяса стоит 2500, килограмм готовой гриль рыбы стоит 3000. Александр, если успеваешь, поправляй то, что мы успели поставить. Вот, мы вот это поправили, цены, и мы поправили килограммаж. Вместо 0,5 поставили 0,25 на каждого. Пока больше мы ничего не успели здесь поправить, да? Так, давайте пойдем в сырье. Пойдем с вами в сырье. Мы с вами увидели, что на каждый килограмм гриля готового нам требуется 2,5 килограмма мяса. Ну, то есть ужаривание в 2,5, угриливание, да, назовем это так, угриливание в 2,5 раза. У рыбы в полтора. Так, идем в цены. Вот смотрите, у цены, у меня вот так вот развернуто, у цен здесь много дополнительных уже строк. К примеру, вот мы с вами увидели то, о чем я вам говорил, предполагаемый темп годового роста цен. Он хоть и находится голубеньким цветом подсвечен, да, менять его здесь не рекомендую, потому что он ссылается, раз уж мы смотрим, давайте мы с вами посмотрим, да. Мы увидели ячейки в этом же столбце 806, 80 и 91. Давайте посмотрим, что это такое, да? Так, 800, что такое B806? Вот оно, да? Правильно? Это у нас с вами валюта, да? Мы можем работать в основной и в дополнительной. Если мы меняем вторую дополнительную валюту, что у нас происходит? Все, без минус у нас что-то, да? Не знаю, что происходит. Вот, мы с вами работаем в основной, да? Так, теперь 80-е и 91-е. 80-е и 91-е. Кто знает значение функции выбор? Что результатом функции выбор является? Давайте посмотрим. Ну-ка, допустим, если мы вот сюда поставим сейчас равно выбор. Давайте-ка посмотрим, что... Ага. Так, значение функции выбор. Номер индекса, значение 1, значение 2.
То есть я так понимаю, в зависимости от номера индекса, он использует либо первое, либо второе значение, да? Да, то есть мы либо первое, либо второе. Давайте посмотрим тогда, что это такое. Так, 80-е и 91-е. Где это у нас? Не здесь. Так, 80-е и 91-е. Угу, понятно. Это два темпа роста. Кто мне скажет, чем темп роста от темпа прироста отличается? Вот это что на самом деле? Это у нас темп роста или темп прироста? При роста, да? 1,04, да? Ну или 104, да. 104% или 1,04, это был бы у нас как раз темп роста. А это на самом деле прирост. Ну вот, кто статистику будет изучать. Это просто у нас два типа для иностранной валюты. Я смотрю, не указано, поэтому он у нас все изнулил. Да? Ну допустим, давайте укажем для иностранной валюты темп инфляции, ну допустим 1,5%. У нее инфляция есть, но гораздо меньше, чем у рубля. Да? Сколько я сейчас не берусь судить. Кстати, сколько у нас ставка рефинансирования Банка России? 4,5. Меняем. 4,5. Видите, как хорошо, что мы зашли сюда. Так, ставка рефинансирования в основной валюте. Что он сделал? Что-то на что-то умножил. Что-то добавило. Здесь константа стоит иностранная. А, ставка процентов по кредиту. В основной валюте он взял F95 и умножил на 1,1. Почему на 1,1? Понять не могу. Уменьшается налогооблагаемая прибыль. Основная валюта. Ага. Процент по кредиту. Есть. Списание, по-моему, в расходы, уменьшающее налог на прибыль. Что-то мне кажется, это старое. По-моему, сейчас дополню. Ну ладно. Короче, вот наша ставка. Если мы получили с вами прогноз Минэкономразвития о том, что рост цен другой, все-таки 4% в месяц, это очень серьезный рост. Это в год сколько? Почти 50. Почти 50% роста цен. Наверное, это слишком, слишком, да, для ежемесячного. Как вы думаете, сколько у нас реальный прирост цен в годовом, например, измерении? 10, в год процентов 10, наверное, 15, наверное, есть, да? То есть, если мы посмотрим по хлебушку, там гораздо больше. Если посмотрим по остальным продуктам, может быть, меньше в среднем, ну, не знаю. Так, как нам посчитать, имея 15% инфляции или индекса роста цен плюс 15%, как нам посчитать ежемесячный? Как из годового ежемесячный пересчитать? Нет, здесь не так. Вот, к примеру, если ежемесячный у нас плюс 10%, то двухмесячный будет 1,1 умножить на 1,1. Это будет уже 1,21. Степенной ряд идет. Как нам из годового в месячный перевести? Лес рук. В минус 12 степень надо возвести число. Как возвести в минус 12 степень в Excel? Кто пытался? Можно просто крышечку поставить. Так, крышечку. Где у нас крышечка-то? Вот так вот, да? И вот так вот, да? Ладно, это один вариант. О, что-то не сработало. А, в минусовую, да? Вот так, наверное, да?
Минус 12. Это же есть этот самый. Что-то не то. У меня, знаешь, что получилось? У меня или 0,15 надо было. Он проценты, по-моему, не сосчитал у меня. И поэтому возвел какую-то странную цифру, сделал. А если вот так? Нет, все равно не то. Что-то не сработало. Не сработало. Почему-то 85% он мне в обратку посчитал. Хорошо, есть, наверное, функция степень, да? Число и степень. Пишу 15% и 1/12. Очень интересно. Хорошо, а если минус 12 поставлю? Кошмар. Так, ну-ка. Все равно 85. Чудеса какие-то. Тоже в пересчете шаг. Ага. Такое ощущение, что он в 12-ю степень возводит, вместо того, чтобы, да? Что-то все-таки у нас такое получается. Нет, он не так понимает, да. Он меня не понял. Так, он меня не понял. Значит, все-таки одна. Это из-за процента? Наверное. Наверное. Ну-ка. Вот он и возвел мне. Нет, тут просто формат ячейки же процентаж. Ну-ка. Давай попробуем. И тогда мне просто надо поставить. Так, это процентаж процентный. И мне надо просто что сделать? Числовой поставить, что ли, да? Вот так предлагаешь? Вот это немножко похоже на то, что я... Не, это тоже те же самые 85%. Что ж такое-то? Что ж такое происходит здесь? Нет, те же самые 85 без толку. И значение я получил не то. Ну-ка, здесь что у нас было? Это пятнашку я возвел в 1/12. Главное, он правильно сделал. Это 1,3% по логике. 1,3. Ну, смотрите, вот, например, если 1,3 умножаем на 1,3, умножаем на 1,3. Вот уже 2 получилось, трижды я умножил, да? Если я еще раз так же сделаю, в принципе, он правильно сделал. 1,3%. Почему 125? Я понять не могу. Так. А давайте-ка посмотрим, как он в итоге мне там посчитал эту самую 1,3. Это получается плюс 30%, плюс 25, да? А я хочу, чтобы у меня здесь получилось как раз число 1,3%, да? 15. Что-то не работает со степенью. Странно, но... И автоматический расчет есть. Так, что у нас он посчитал там? Нет, тоже 125% посчитал. Ладно. Попробую ручками просто ввести.
Просто попробую ручкой увести. Сколько будет, если у нас 15% годовых? Ну, наверное, 1,3 будет, да? 0,013. Наверное, вот так. Как-то будет. Да, мы получим 15% годовых, если 1,3 ежемесячные, да? Так, хорошо, это выяснили. Поняем. Идем снова в цены. Так, цены реализации. Ой, не цены реализации, идем в цены сырья. Поэтому мы посмотрели здесь, какой механизм. Можем сворачивать вот эти промежуточные, да? Просто чтобы мы видели. И, кстати говоря, мы же с вами на упрощенке работаем, да, без НДС. Здесь НДС у нас нулевки будут. Если мы с вами поменяем нашу систему налогообложения, мы автоматически на общую, мы с вами получим автоматически выделенный НДС в сырье. И этот НДС сырья, он будет что делать с НДСом от реализации? Он мне скажет. Что будет происходить с суммой НДС, выделенной в стоимости купленного сырья относительно суммы НДС, сидящего внутри цены реализации продажи? Налоговая база должна уменьшаться. У нас налоговая база по НДСу – это добавленная стоимость. Добавленная стоимость у нас как считается? Правильно, никак не посчитаешь добавленную стоимость, если у тебя больше, чем один товар. Это чрезвычайно сложный расчет, поэтому принята французская система расчета этого налога. Мы не высчитываем добавленную стоимость, мы делаем так. Мы считаем НДС с реализации и вычитаем из него разностным методом НДС с покупок. Но есть две покупки, ну точнее одна покупка и еще один расход. НДС, по которым не учитывается и не вычитается. Кто мне может сказать, что это за покупки такие? То есть, вы поняли мою первую мысль, нет? Подожди, сейчас проговорим еще раз. Народ, вы поняли мою первую мысль, как посчитать налог на добавленную стоимость? Вот, например, у нас есть с вами добавленная стоимость. Добавленная стоимость к чему добавленная? К сырью, да? Вот у нас есть сырье с вами. Вот представьте, что мы только мясо готовим. У нас есть сырье, сырое мясо. И у нас есть реализация готового мяса. Добавленная стоимость у нас является наша прибыль, наши расходы на персонал, разные расходы прочие. Да? То есть мы все, что мы добавили к стоимости нашего сырья, это наша добавленная стоимость. Так ведь нет? Я почему-то раньше думал, что добавленная стоимость это только у нас прибыль какая-то. Нет, это все наши расходы плюс наша прибыль от сделки. Вот поскольку вот это вот все, расходы там, на персонал, на прочие расходы, считать чрезвычайно трудно, принята методика расчета НДС таковая. Мы выделяем НДС с цены реализации. Это так называемый у нас НДС к начисленной к уплате. Да? Потом берем НДС со всех наших покупок, со всех наших расходов, кроме некоторых, да, сырья, НДС есть сырья, есть НДС с электроэнергией, есть НДС там с того же самого, не знаю, специй, есть НДС с арендной платы за, ну что, кроме земли, земля только, аренда земли только у нас НДС не облагается, с арендной платы помещений, допустим, да, куча разных НДСов, даже есть НДС командировочных, да, вот. А с чего у нас нет НДС? Кто знает? С чего у нас не... Да. А, вот. И вот эти все НДС собираются. Это у нас НДС к вычету становится. И вот НДС к начислению вычитается из него НДС к вычету и получается НДС к уплате. Вот этим веселым упражнением занимаются все бухгалтеры России, кто работает на общей системе налогообложения. Формирует НДС с продаж,
формируют НДС покупок и высчитывают разницу, и именно ее перечисляют в бюджет. Но есть несколько видов расходов, которыми НДС не облагается, и мы к вычету их принять не можем. Вот что это? Какие ваши мысли? Там еще момент есть, что если у тебя поставщик не уплачивает НДС, то вычеты, соответственно, даже не можете делать. Да, есть покупки, в которых НДС не выделен, потому что наш продавец, мы являемся его покупателем, не применяет, да, налог на добавленную стоимость, и мы не можем это выделить и не можем вычесть. Да? Так, а еще какие ситуации? Какие есть несколько видов расходов, которые НДС, по которым не уменьшает наш НДС к уплате? Нет никаких мыслей? Нет, госпошлины некоторые тоже облагаются НДС. Даже вон есть при покупке валюты. А? Гранты? Но это же не является нашими расходами. Это наши доходы. Есть два вида расхода. Один — фонд заработной платы. Фонд заработной платы НДСом не облагается. И поэтому вот это наша добавленная стоимость в виде фонда оплаты труда. На самом деле НДС с нее не считается. Поэтому назвать НДС налогом на добавленную стоимость — это с большой-большой натяжкой. Он таковым не является. Он не со всей добавленной стоимости, да? Не является. Вот. И НДС с фонда заработной платы мы не можем вычесть из НДС к начислению. И еще один расход есть — амортизация основных средств и нематериальных активов. Она тоже НДСом не облагается. Соответственно, НДС амортизации с фонда заработной платы мы вычесть не можем. То есть фактически мы переплачиваем этого НДС очень сильно из-за того, что мы мало вычитаем. Да? Так, ладно. По сути, мы берем налог на добавленную стоимость с фонда заработной платы и просто платим его в бюджет. Вот просто, не вычитая ни из чего. И то же самое с амортизацией. А чем еще у нас облагается с вами фонд заработной платы? Какими налогами? НДФЛ с этой базы и страховые взносы. Вот вы, причем страховые взносы платятся со всего фото, без вычета НДС. Вот вы получили пример тройного налогообложения в России одного и того же объекта. Фонд заработной платы облагается и НДСом, фактически, мы сейчас с вами разобрали, да? Мы с него просто берем и уплачиваем, даже не зная об этом. Страховыми взносами и НДФЛ. Просто у НДФЛ один нюанс. Мы это удерживаем у человека, у работника, передаем бюджет. А все остальное работодатель платит из своей прибыли. И НДС, и страховые взносы. Если у нас страховые взносы 30%, да, НДС 20%. И еще, кстати говоря, ну, налог на прибыль не считается, да. Вот, мы с фонда заработной платы уплачиваем, ну, раньше уплачивали 50% своей прибыли в бюджет. То есть вот такой у нас. Сейчас поменьше. Средняя эффективная ставка страховых взносов сейчас колеблется, я так понимаю, между 15 и 30 где-то там. У кого-то 27, у кого-то 16, там 18, по-разному 20, да. Вот, то есть мы имеем с обложения фонда заработной платы поставки примерно 40, допустим, там с чем-то процентов, да, НДС и страховые взносы все вместе. Да, это формирует, идет в бюджет. Поэтому предприятия, которые работают с НДСом, с общей системой, очень много на самом деле платят бюджет. У них налоговая нагрузка колоссальная. То есть если посчитать ее от выручки, например, да, то это будет, наверное, не знаю, может, процентов 20, может быть, там еще сколько. Вот так. А от прибыли вообще сумасшедшая цифра. Все, лирику, лирическое отступление заканчиваем, да? Пошли цену материала вставлять, сырья. Сколько у нас стоит килограмм мяса сырого? 350. Ну, допустим, это у нас какая часть туши? Мякоть, наверное, да? Просто мякоть. Я правильно поставил? Нет. Да, правильно. 0,35. Не забываем про единицу измерения. Так, уголь. Сколько у нас стоит? Мы, по-моему, мешками измеряем, да? Ну, рублей, наверное, 100-120, да? Мешок угля стоит. Ну, 0,1 вот так поставлю.
Сколько? 115? 120? Я думаю, да, 10-килограммовый, наверное. Может, 5-килограммовый. Может, 10, наверное, все-таки 10. Угу. Так, ладно. А специи. Специи, специи, специи. За пакетик, да? Ну, то есть там цена пакетика становится просто маленькой, как бы, да? То есть если мы сразу возьмем пачку. Ну, сколько может стоить пакетик? Рублей 10? 15, наверное, да? Ну, давайте сколько-нибудь поставлю. Вот так вот, через запятую. А, вот так, да? Это 150 рублей, наверное. Вот так надо поставить, да? Вот, все. Так, рыба за килограмм. Какой мы рыбой гостей будем кормить? Не ментаем? Наверное, какой-нибудь там, не знаю, чем? Лососем? Лососем, ну да, кстати, из них грили-то, да, они же меньше, они же жирные, меньше увариваются. Ну и там, а? Форель. Ну то есть какая-то красная рыба, да? Не сибас, там, ничего. Какая-то форель. Сколько стоит форель? Из горбуши вряд ли уж делают, она рыба сухая. Ну, давайте поставим 1500. К примеру, да? Допустим, у нас есть хороший поставщик. А по углю мы просто переносим это отсюда. Ну, не переносим, не копированием, а имеется в виду данные такие же. Вот так. Поставим. Так. Все поставили, да? Обратите внимание. Значит, вот у нас уже, исходя из нашей занятости, загруженности, у нас с вами уже списывается количество килограммов и мешков, да, и пакетиков, исходя из того, что сколько у нас клиентов на проживание, сколько у нас заказов на гриль. У нас с вами уже начинает в пропорции списываться расход этого всего сырья, да? Теперь цены мы поставили с вами, смотрим. Затраты на сырье и материалы у нас с вами посчитались. Так, сейчас вот это сверну. К мясу, к рыбе, когда перейдем. Вот обратите внимание, у нас уже с вами появились какие-то расходы, деньги. Вон, 12 тысяч на сырье уже, у нас всякое разное уходит, 24 тысячи, 48, 60. Это у нас с вами только мясо, рыба, специи, уголь в месяц. Ну, понятно, что у нас и выручка там как бы есть, да? Я вам одно правило забыл с самого начала сказать. Желательно после каждого действия, ну или группы небольших действий, смотреть, как ваше действие отразилось на результате. Это помогает избежать поиска ошибок. Ошибочные вы сразу увидите. И это помогает понять экономическую логику. Раз мы с вами это не сделали, давайте мы сейчас начнем это делать. И потом, после действия, вы будете мне напоминать, если мы будем забывать. А смотреть я предлагаю три отчета сразу. Отчет о движении денежных средств. Баланс. Так, график свернем. Баланс и прибыля и убытки. Так, ну и, наверное, еще вот эту вот эффективность тоже на всякий случай раскроем. Да? Прибыль и убытки у нас раньше, чем движение денежных средств. Давайте разберемся в наших показателях, да? Ну вот представим, что мы зараз сделали это все действия, и вот у нас сформировалось. Смотрим январь месяц. Выручка. Январь. В отчете о прибылях и убытках 96. В отчете о движении денежных средств 96. Разницы нет, да? Но я вам скажу, что это в данной конкретной ситуации. А вообще
разница может у нас появиться в каком случае? Отчет о прибылях и убытках, цифра и в движении денежных средств не будут соответствовать друг другу. Почему? Кто может сказать? Нет мыслей никаких? Эти отчеты формируются... тоже интересный момент. Эти отчеты формируются разными методами. Отчет о движении денежных средств формируется кассовым методом. То есть это деньги, пришедшие к нам на расчетный счет. Поэтому нас действительно могут здесь спутать авансы, которые к нам пришли, да, но еще нами не отработаны. Вот, например, клиент заплатил нам аванс 100 рублей, но не заехал. Поэтому в поступлениях от продаж будет написано 100 рублей, а в отчете о прибылях и убытках будет сколько? Ноль. Потому что услуга не оказана. В отчете о прибылях и убытках выручка списывается пропорционально оказанию услуг. Вот это очень сложный бухгалтерский метод. Он называется метод начисления. Отчет о прибылях и убытках формируется методом начисления. И в выручку списывается не то, что пришло деньгами, а то, что списано в реализацию пропорционально оказанным услугам. Так, я вам обещал сегодня короткое. Заканчиваем на этом, да? Вот. Соответственно, и еще есть один. Первое – это разные методы. И второе – отличие отчета о прибылях и убытках на будущее, запомните. Отчет о движении денежных средств с учетом НДС, а в отчете о прибылях и убытках и выручка, и расходы уже очищены от НДС. Если мы с вами сейчас перейдем на общую систему, вы увидите, что в отчете о прибылях и убытках сумма будет не 96, а меньше на 1,2 разделенная. Будет меньше. Все, на этом пока на сегодня все. Так, дальше продолжим. Спасибо.